во всех семьях есть инвалиды. И все, и пенсионер. Больше никого в этом роддоме нет. Я человек верующий. Я только что вот из церкви ходила, разговаривала с батюшкой, чтобы душу хотя бы вот облегчить, чтобы понять, куда бежать, что делать, чем заниматься. Дел много, но не все они пенсионерам посильны. Требуется переложить кровлю и заделать дыру, которая образовалась после пожара, отремонтировать сгоревший коридор. На все это просто нет средств. В этом году дому должно исполниться 130 лет. Не все конструкции смогли выдержать испытания временем. Сын пенсионерки вспоминает, что крыша полыхала всего 10 минут и за это время успела выгореть полностью. Пожарник сказал, что у вас там цены. Ну, мы сказали, документы нам забрать главное на дом. Все. И... В общем, зашли в дом, забрал я документы. С потолка льется вода, и, в общем, все в копоти, дышать тут было невозможно. Вот это куча кирпича. Куча кирпича и крыши, как бы не было крыши, и небо звездное над головой. Объектом исторического или культурного наследия здание не признано. Ветхим или аварийным, несмотря на приличный износ, также не считается. Поэтому на стороннюю помощь жители не рассчитывают, но очень ее просят. Наша квартира пострадала больше всего, потому что траверс, на который произошло замыкание, она находилась над нашей квартирой, здесь был дымоход. У нас вот здесь стоял АГВ, вот, и как раз здесь проходил дымоход, и, в общем, загорелась балка, которая проходила через весь дом. Всего в доме 3 квартиры. Одна из них находится в муниципальной собственности, 2 остальные – в частной. Помимо этого, на первом этаже расположены магазины, работа которых в данный момент приостановлена. Конечно, простой, надо оплачивать зарплаты, надо товар простаивать, просто пролеживать деньги. Работать не можем. Хотелось бы, конечно, все это ускорить, начать работать. Как пояснили в администрации, ремонт возможен только при финансовом участии всех собственников. Из городского бюджета пойдут средства только за муниципальные площади. Сейчас специалисты составляют проектно-сметную документацию. По завершению этой работы станет известна цена ремонта. Если она устроит всех владельцев, крыша будет отремонтирована. Илья Логинов, Андрей Ремезов, новости Тулы.